Так, і сьогодні до нашої студії завітали красуні Анна Ганджул і Яніна Пащенко, громадські активістки, громадські діячі. Так, дівчата, доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Ну що, я думаю, сьогодні день студентів теж, день молоді, тому якось розвиватися треба. І ви, я знаю, що ви найкраще, ну, більше беретесь за розвиток міста. Я вже бачила пост у Ані, там вона вже шукає художників. Давай так. Спочатку якийсь новий проект, розкажи. Я підведу, зачитаю, процитую. В Фейсбуці ми в пошуках художників, команду для реалізації інтересного і дуже творчого проєкту, а головне – полезного для нашого міста. Отож, в чому користь, в чому краса, розказуйте. Так, рассказ. На самом деле очень приятно, что наши журналисты настолько следят за деятельностью вообще всего города и, конечно же, молодежи, которая что-то делает хорошее для города. А сейчас я бы хотела зайти издалека к этому так. вопросу, собственно, подвести к этому проекту более так интересно. Я взявился. Да, на самом деле появился он благодаря тому, что у нас в Николаеве уже существует такая общественная организация, называется она «Николаев – город для людей». И сейчас, благодаря этой организации, в Николаеве есть краудфандинговая платформа. Впервые у нас в городе есть краудфандинговая платформа, благодаря которой жители могут выставлять свои идеи, инициативы, начиная, к примеру, с идеи, предложить какую-то идею для города. И там уже жители обсуждают, актуально она, не актуально. Может быть, сразу формируются команды, кто-то присоединяется, кто-то хочет уже чем-то помочь. И далее... Тоже, если у кого-то есть какая-то идея, можно просто зареєструвати и потом уже якось развивать. Да, 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 все верно. И далее у нас следующий этап, это, собственно, уже регистрация проекта. Человек форму заполняет, его проект публикуется, и только очень важно, чтобы человек уже понимал, как он будет выполнять этот проект, потенциально найти подрядчиков, причем по хорошей цене, вот на примере, собственно, того проекта, о котором мы сегодня расскажем. То все треба продумати до просто до дрібниць. Конечно, конечно. Обязательно бюджет уже должен быть прописан, потому что, когда опубликован проект, там уже есть, собственно, стоимость этого проекта, сколько будет стоить реализация этого проекта. И, собственно, сейчас мы, наверное, дойдем до этого проекта. Давай про проект, потому что цікаво просто почути. Проект, идея такая родилась у Янины. Я чуть-чуть, скажем так, презентую совсем. Проект необычный, очень необычный, и у него очень такая идея, очень такая глобальная в том плане, что проектом мы хотим привлечь к тому, что каждое место, каждый уголок нашего города может превращаться в какой-то арт-объект, в какую-то достопримечательность. И, собственно, возле самой главной достопримечательности одной из нашего города, это Николаевский зоопарк, мы хотим сделать еще две мини-достопримечательности. Об этом более детальнее расскажет Янина. Да. Так как наш зоопарк самый лучший в Украине, туда приезжает очень много гостей и из других городов, да, и поэтому вот эти две остановки, они там как мрачное пятно такое на этой аллейке. Поэтому мы решили их отремонтировать. Сначала хотели просто как бы подлатать, грубо говоря, но решили, что уже если делать, то делать. И вот силами города хотим все это реализовать. То есть идея в чем? Привести их в порядок, сделать обычный ремонт, поставить лавочки, урны и покрасить их, ну, креативно. То есть мы ищем художников, да, чтобы это была не просто зеленая остановка, а чтобы она была с какой-то идеей интересной. Поэтому вот мы сейчас, да, ищем художников, чтобы которые бы нам могли подсказать идеи. Ну, а все остальное, в принципе, уже вся техническая работа сделана, то есть проводится тендер, у нас есть уже смета остановок. Вот, поэтому сейчас ждем еще благоприятной погоды. Єдине, що вам зараз потрібно, це гарна погода, художники, тоді ми будемо відрізнятися як найяскравіші зупинки в всій Україні. Так, правда? Так, да, ми в це віримо, на це дуже сильно сподіваємося. Собственно, можемо поділитися одною з ідей, як ми бачили, да, її там
в пост вот этот в Фейсбуке, как вариант на скорую руку сделали визуализацию, например, чтобы остановка была в цвете зебры или какого-либо другого животного. Вот, потому что, ну, я думаю, что многие жители помнят, что на этой остановке были такие, еще, ну, наверное, с того момента, как их построили, были такие красивые животные. Да, я вот, тоже да, такая металлическая такая оградка с силуэтами различных животных. И на одной из остановок это сохранилось, к сожалению, на второй остановке, за которую мы первую хотим взяться, это не сохранилось, и поэтому какой-то ассоциации с зоопарком абсолютно нет. Поэтому мы призываем всех творческих людей нашего города присоединяться к нашему проекту, к идее, для того, чтобы сделать эти остановки максимально интересными. Мы очень рады, что, в принципе, и городские тоже службы нас сейчас поддерживают. Например, Электротранс сказали, что они тоже внепланово ее подлатают, эту остановочку, что очень хорошо. Ну, а мы уже все творческие... До розыску Миколаєва доєднуються усі просто. Творчі люди можуть доєднатися, дописувачі, писати вам, будь-які люди зі своїми ідеями. Конечно. Долучайтеся, шановні, дописуйте в коментарях, чому, може ваша краще, ідея реалізується разом на зупинці. Так, а чому, можливо, саме з зупинки, чому там, можливо, не на території зоопарку, от, що спонукало? На самом деле, почему именно остановки? Потому что, ну, к примеру, многие, вот я, допустим, помню, как такое из детства, да, когда один из главных транспортов детства многих людей это был именно трамвайчик. Ну, так. И нас всех родители брали, везли на трамвайчике в зоопарк. Ну и, собственно, хочется сохранить те теплые воспоминания горожан, и вот сейчас, просто посмотрев на остановки, они не так уже приятны детскому глазу, да, не так приятны посмотреть на них просто мимо проходящим прохожим. Поэтому мы решили сделать из них действительно арт-объекты и показать то, что такие инициативы, по сути, она не особо и большая, но с другой стороны, она объединяет множество горожан, и она показывает то, что если горожане объединяются вокруг идеи улучшать свой город, если горожане любят свой город, то он будет преображаться и становиться лучше. Вот это самое главное такое посыл, который мы хотим донести. Слухай, это круто. Можливо, є ще якісь такі от проекти саме на розвиток Миколаєва, що... Да, конечно. Уже успешно реализованы в процессе реализации еще несколько больших проектов, которые были запущены, собственно, на платформе краудфандинговой. Поэтому я всех горожан еще раз призываю, если есть какие-то идеи, то вы обязательно не стесняйтесь, а публикуйте свою идею для начала, потом проект. Собственно, наша такая одна первая идея, ну, это, собственно, так, команды активных горожан изначально, которая возникла, и мы воспользовались, собственно, платформой ГДЛ, Николаев город для людей, ГДЛ, если в интернете вести, можно найти, это креативное пространство Пантон. Пантон, да, вже нашуміли такий прям проект, да, всі знають про нього. Вони були в нашому місті, вже люблять цей проект, дійсно, так. О, це так приємно так слухати. Ну, дійсно, так, дуже активно поширюється в Фейсбуці, в мережах, це правда. Коментують так, люди. Трошки давайте, ну, нагадаємо про Пантон. Креативне пространство Пантон, взагалі, это была мечта там, более чем 20 человек, ну, собственно, которые взялись за эту инициативу. Изначально никто не верил, что это возможно. Мы общались со многими, в том числе там, и бизнесменами, и некоторыми госслужащими, которые говорили, что это невозможно. Это, скажем так, такой уголочек, не приспособленный для благоустройства, не быть там ничему в будущем, оставьте его в покое. Но мы, собственно, на этом не остановились и решили, что все получится. И поэтому, объединившись с такой командой большой, у нас все получилось, и сейчас там находится креативное пространство Пантон с двумя сценами, большой и маленькой для выступлений, для больших концертов, фестивалей, с маленькой сценой для литературников, также там кинофестиваль мы проводим, ну такой кино, не кинофестиваль, а у нас был такой день 9 сентября. У нас был день всего, чего можно на понтоне, и началось все с 6 утра с пробежки с понтона по Парку Победы, и далее там у нас и йога была. В общем, этот день мы наполнили по максимуму для того, чтобы просмотреть, что же актуально на этой площадке. Хотя до этого, ну вот, 9 сентября там еще не было ничего. Там было пусто. Там было пусто, там была только вот эта большая как сцена, которая еще, собственно, была, мы ее еще в порядок не привели. Это как раз время было уже после того, как мы субботники. Правда, там был порядок и чистота уже.
Але ще плануєте, от, наприклад, сьогодні дня Тетяни, там, наприклад, дівчат наших привітати, можливо, зі сцени, чи дня студента щось організувати? На самом деле ми переживаємо, щоб наші Тетяни не замерзли зараз на понтоні, якщо бути так відкровенними, тому що зараз ще немного прохладно, а вже більш теплий період часу. У нас є паблік в Фейсбуці понтона, і також зараз ми працюємо над сайтом. Вот, поэтому все афиши, все мероприятия, также мы всех жителей приглашаем, что абсолютно любой может стать организатором мероприятий на понтоне. Достаточно будет просто зарегистрироваться через сайт для того, чтобы мы согласовали график, и можно реализовывать там абсолютно разные творческие интересные мероприятия. Конечно же, у нас есть кодекс понтона, вот, чтобы эти мероприятия были, скажем так, чтобы их заценить, ну, говорю так, таким сленгом, заценила, да, вдохновилась еще больше николаевцев, поэтому, собственно, мы там за положительные, позитивные мероприятия и всех приглашаем объединяться. Вот, ну и я думаю, что мы сейчас поздравим всех Татьян и студентов с Днем студента, правильно? Да, так. Да. Мы, представители команды «Активных горожан», поздравляем всех Татьян и студентов с этим замечательным праздником, желаем вдохновения, открытий, любви, ну и радости. Да, быть вдохновленными и вдохновлять. Ми вам дякуємо. Да, ви це вмієте робити, ви надихаєте чудово. Дуже добре, що от такі активісти є в нашому місті, і місто буде активним. Я нагадаю, що у нас в гостях була Анна Ганджул та Яніна Паченко, громадські діячі, активістки, такі юні, такі гарні, а такі активні.